Всем здрасте! Мы с вами находимся в центре Ташкента. Это бывшая гостиница Ташкент. Сейчас она называется Lotte City Hotel Ташкент Палас. Видите, такое длинное название. Эта гостиница находится напротив театра ташкентского Алишер Навайи. Вот он, видите, через дорогу. Да, вот так поближе, вот так он выглядит, наш театр. Наш зеленый Ташкент. Знаменитое здание с часами. А сейчас с правой стороны находится ЦУМ. Это ташкентский ЦУМ. Ну вот за деревьями его не очень видно. Вот боковое. Боковое видно только. Часть белую. Это и есть наш ЦУМ. Вот такое местоположение. В Ташкенте, кстати, очень такая приятная сегодня погода. Вы знаете, солнце светит очень ярко, но при всем при том температура 23-24 градуса. Самая такая комфортная температура, очень такая приятная. Поэтому на улице вообще красиво, все зелено и приятная температура. В общем, рай. Все цветет у нас вовсю весна. И вообще в Ташкенте сейчас начинается, как бы, ну, уже начался сезон туризма, поэтому очень много у нас гостей с разных стран приезжают. Сейчас вот даже, знаете, гостиницы, ну, как сказать, прям не полностью забиты, но не во всех гостиницах даже есть места. Такая ситуация. Поэтому. И, кстати, у нас, знаете, даже на поезд билет купить до Самарканда, до Бухары, это тоже сейчас проблема, потому что настолько сейчас люди двигаются, передвигаются, ездят отдыхать, смотреть наши старые города. Ну, такая ситуация. Но погода у нас вообще просто прелесть. Перекресток. Кстати, видите, вот впереди здание, это и есть наш Nest One. Это здание Ташкент Сити, самое высокое в Ташкенте.